Я что-то подольше поспал. Причесочка даже вроде ровненько. Всех, кстати, с праздничком. С Днем Победы, 9 мая. Дата серьезнейшая. У меня дождь идет. Не могу шашлыков пожарить. Кстати, эта погода фуфлыжная. Пасмурно. Но дождя пока что нема. Рискнуть ли жарить шашлычки? Или нет? Помогите определиться, пожалуйста. Да, тогда, как бы мне много времени, чтобы жрать еду не надо. Решение принимается молниеносно. Вот это да, блядь. Охуеть. Собаки номер спиздили. И как ездить? Дать им подсраку, чи не дать? Интересные вопросы. Вот все, ебать, наконец-то все-таки купил шашлыки. Сейчас, блядь, жарю, охуеваю. Уголь, сука, стоит дороже, чем мясо, блядь, вообще ебанулись в этих магазинах. Купил принтер, буду печатать в ванну постеры голых женщин, чтоб какалось поприятнее чуть-чуть. Балдёшь?